Всем здравствуйте! Хочу сегодня показать, как можно приготовить сухари за 5 минут. Берем небольшое количество хлеба, желательно черствого, и режем на небольшие кубики. Порезанный хлеб равномерно распределяем на плоской тарелке, прямо так в один слой. Ставим в микроволновку на 2 минуты. Прошло 2 минуты, сухарики нужно перевернуть. Вот они уже частично потеряли влагу. Помешали. Ровно распределили и ставим опять на 2 минуты. Через 2 минуты сухарики будут готовы. Можно их добавлять в бульон или в суп. Я надеюсь, понравится вам такое приготовление сухариков. Приятного аппетита и пока-пока!